Иннокам – проект развития Камской агломерации Татарстана, где сосредоточены все основные предприятия республики, такие как Нижнекамск Нефтехим, Татнефть, Танека, ТФНК, КАМАЗ, Алабуга, Аммония и многие другие. Он был создан по инициативе правительства России и президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. В 2014 году по линии кластера Иннокам компания Нижнекамск Нефтехим получила поддержку для развития инновационных технологий в области производства каучуков и пластиков. За это время акционерному обществу удалось многого добиться. Посмотреть на результаты вложений федеральная делегация отправилась в научно-технологический центр предприятия. Здесь нефтехимики продемонстрировали гостям установку по синтезу новых видов эластомеров. Это разработка в рамках программы импортозамещения. По словам сотрудников центра, она обеспечивает конкурентоспособность продукции компании «Нижнекамскнефтехим» в разных отраслях промышленности. Наши федеральные гости остались очень довольны увиденными результатами, поскольку они увидели коммерциализацию тех инновационных решений, которые были апробированы в пилотном режиме и сейчас уже выходят, тиражируются на промышленные установки, в частности на каучуке ДССК. В лаборатории физико-механических испытаний тоже есть на что посмотреть. Именно здесь ведутся работы по усовершенствованию технологии производства, повышению мощности и улучшению качества продукции. Приборы и разработки. Обо всех новинках сотрудники центра рассказали участникам форума в подробностях. Вот данный прибор РПА-2000, в принципе, нам позволяет прогнозировать поведение резин в лабораторных условиях уже в готовых изделиях. Масштабы предприятия и результаты инновационной деятельности компании «Нижнекамскнефтехим» произвели на делегатов приятное впечатление. Огромный завод, и что очень радует, то, что он динамично развивается. И прекрасно понимает, в какую сторону он должен дальше идти, в какую сторону тренды, причем не только российские, но и мировые. Евгения Патружанская, Рушания Валеева, Лейсан Саитова, телеканал «Нефтехим».